Fujitsu здесь, как бы, ну, вообще многие крупные компании на таких выставках участвуют, и это, скажем так, достаточно престижные выставки, то есть, как бы, здесь очень много компаний, строительных компаний, или просто этих, например, подрядчиков, то есть, как бы, выступают, либо заводов, то есть, кто ищет себе партнеров в том числе. Поэтому, как бы, на такие выставки стоит попасть, посмотреть, вообще пообщаться, поговорить с ними, то есть, как бы, возможно, там какие-то контракты интересные сможем заключить. Вот это так все выглядит. А вот Люксил, это вот, Лексил, точнее, это очень известная контора в Японии по производству окон, значит, фурнитуры, там, дверей. Да, также они домой делают, ну, например, там, эти самые раковины делают, то есть ванны, туалеты, то есть много чего делают. В общем, вообще очень крупная компания в Японии. То есть, вот они показывают здесь свои новые разработки. Тут окно тройное. Типа показано, то есть энергосбережение этого окна. И вот там показано, какие там идут эти наполнители какой-то там внутри. Понятно, в общем. Далее, вот показаны эти стены, их не, блин, картон. Вот видите, вот из ДСП делаются стены вообще. То есть 50 миллиметров ширина стены. Ну, это вообще ни о чем. Честно сказать, ребят, в Японии стены не умеют делать. А, ну вот, вот, здесь можно посмотреть. Вы вот хотели узнать, какие в Японии стены? О, пожалуйста, блин, поролон, елки-палки. С одной стороны поролон, с другой стороны ДСП. Какие там кирпичи? Вы чё, вы о чем вообще? О, пожалуйста, смотрите, тут вот поролон, ДСП, все, вот. И гипсокартон с обратной стороны. А с этой облицовка, то есть, ну вот облицовка, да, то есть как бы там может быть металл, может пластик. В данном случае это пластик. А с этой стороны гипсокартон, вот и все. А посредине поролон. И что вы хотите сказать, что это сдержит как-то тепло? Да ни хрена подобного. Максимум, на что это сдержит, там, на час. А потом у вас станет такая же комнатная, в комнате такая же температура, как и на улице будет. Ну, плюс 5 градусов, 5-10, может быть, градусов. То есть разница будет всего. А отопления нет. Я вам повторюсь. То есть вот видите, под окнами никаких батарей, ничего нету, блин. Отопление не предусмотрено в японских домах. Ну, по крайней мере, в этих, в Токио, 90% КПД, что ли, он тут показывает. Нифига себе. А, ну вот тут показаны двери. Тоже, что внутри двери вот могут быть. Или обычный пенопласт, или вот такой вот поролон или пена. Тоже разные системы вот показаны, то есть двери. Ну, честно скажу, блин, холодно там дома. Когда приходишь домой с работы, дома холодно. Вот, и это у всех так. Это вот вытяжные системы, вот показаны как раз вытяжки. Тут, да, и там как вот дырки делаются там. Как они закрываются, то есть вот полностью, то есть очень тоже интересно. Вот у меня примерно, ну, что-то типа такого плана. А, нет, вот, нашел я свою. Вот такие у меня стоят вытяжки. Ну, круглые, то есть, а там внутри идет, то есть решетка, потом идет сетка, и там фильтр идет этот, как его называется, такой войлочный. Тут души всякие, душевые системы, ванны. Все для дома, елки-палки. О, что-то с водой это связано. Аквариум это наставили. А, показывают, как работа насосов и всяких там гидро-жакузи. Вот такие наглядные примеры. Ну, кстати, блин, классные вещи. Можно сходить, посмотреть, как это все работает. Тут... Это что такое?
А, вот центральное отопление у них такое, вот представьте себе. Ёлы-палы. Что-то огромные такие прям вообще. Все показано, что вот в доме они вот так установятся посредине комнаты. Типа не надо под окнами делать, вот посреди комнаты воткнул такую вот хреномантию, и вот она, будет она работать. Отапливать. Не понял. Не понял, что типа не надо в окна забивать гвозди или заклеивать скотчем. Ну блин, юмористы. Да, гвозди не надо забивать в окна. А вот здесь показано мини типа для ног, вот такие подогрев. Для КТ там подогрев. 8000 стоит вот такая штука. Ноги греть. Да. Да, а вот здесь показано, как они типа в разных предприятиях или там в каких-то местах типа общественных устанавливаются, обогреваются. Кстати, вот в метро вот такие вот, вот такие вот часто используются в метро. Блин, тут тоже дом, система типа контроля. Не фотографировать написано. Да мы не фотографируем, мы снимаем чего. Тем более хозяев нет пока. Никто ничего не скажет. Ну вот здесь тоже что-то какие-то системы, тоже датчики разные. Тут колонки вот стоят вверху там. Что, видимо, обрабатывается. Звуки какие-то там, сообщения выводятся. Вот еще тоже ванна. В общем, такая выставка. В принципе, я тут далеко не все показал. Вот ящики. Да, далеко не все показал. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Вот. Ну, если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.